Алан Дзагоев с раннего детства любит футбол во всех его проявлениях. Еще в совсем юном возрасте он стал выступать за команду мастеров. Затем премьер-лига, Лига чемпионов и сборная России. Несмотря на большие нагрузки, полученные на сборах, на тренировках и в матчах, Алан не оставляет футбол на тренировочном поле или стадионе. Дома есть футбольные симуляторы, и здесь, уже в виртуальных играх, Алан такой же азартный и техничный футболист. Где получается лучше, в матчах за ЦСКА, за сборную России или в FIFA 13, не знает даже сам Дзагоев. Что у меня показатели, ничего, что они меня переоценили. Оп, оп, смотри, как играет. Ой, что-то. По-моему, мы сейчас с Хондой рокировочку сделаем. Скоростенки не хватает, чтобы слева играть. А что, у Хонды? У Хонды беда, да? Сейчас, с кентами, что он... Да, не, вот. Это очень неудобно соперник. Твивил на добивание, блин, неудачник. Да, блин, ну это вот это мне вообще бесит. Вот эти аналоги. Ну я ему на ход давал, а он ему раз и... Чисто тоже тебе гол. Ну! Ну, ёпт! Да ёлки-палки! Ставить. Да куда ты, блин? Забивать надо, а не выносить. Да чё за удары, ёлки-палки? Ай, пенальти! В общем, понравилось. Вот, играл и в 12-й. Вот, ну, 13-й как-то посимпатичнее выглядит. Все знают, что есть два симулятора футбола. И играл и в тот, и в тот. Вот раньше играл в другой. Ну, сейчас, наверное, скорее всего, перейду на FIFA. Вот, попробую. Я Алан Дзагоев, играйте в FIFA 2013.